Зачем вырубила? Сам знаешь. Что-то не уверен. Начинается на П. Слово на П. Порнуха? Нет, Макс, потерялись. Нет, мы слегка сбились с пути. То есть я права. Это спорно. Берегите. Да, детка, ловко ты. Спасибо. Чем дальше, тем хуже тут дороги. Это все подготовка к жизни в летнем лагере. Точно, вот куда мы едем. Я уже 200 миль как пытаюсь вспомнить. 200 миль, говоришь? Да. Знаешь, это не страшно. Я не буду о тебе хуже думать. Если б Колумб не заблудился и не приплыл к этим берегам, Соединенных Штатов не было бы. Пока, хот-доги, пока, яблочный пирог. Колумб не высаживался в Северной Америке. Да о чем это? Он был уверен, что он в Азии. Реально? Еще один парень, который не захотел признать поражение. Еще один парень, в честь которого целый праздник назвали. Подумай об этом на досуге. О, боже, просто довези нас до лагеря, окей? А то я устала глаза закатывать. Я в процессе, в процессе. Вуаля! Что это? Да-да. Серьезно? Что не так с нормальной картой? Это нормальная карта. А в смартфоне? Не ловит. Конечно же. Так, сейчас... Значит, мы... На карте нет летних лагерей. А указателя не было? Эй, на дорогу смотри! Что было вообще? Медведь? Что? Нет, мам, это был не медведь. А что? Вроде человек. Лора, ты серьезно? Не человек убили? Не знаю. Он был прямо перед нами, прям совсем близко, но может не сбили. Перед тем, как пытаться ее завести. Можешь взять инструменты из багажника. Да, да, сейчас. Это Grad Review, летний вайб. Кто скучал по интерактивному кино? Кто скучал по продолжению Until Dawn? Это практически он. Великолепный. Может быть, вторая часть? Почему бы и нет? Новые приключения в таинственном лагере. В лагерях, в лесах, где орудуют маньяки, призраки, бугагахи. И мы начинаем. Проходить будет очень-очень жарко этими летними ночами. На Grad Review. Так, мы играем за девку. Ну, пока что. Персонажа будет очень тут, видимо, много. И нам дадут за каждого поиграть. У каждого своя история. Естественно, система QTE, ее никто не отменял. Но это на любителя, еще раз говорю. Интерактивная игра на любителя.
Until Dawn я прошел свое время, было просто. Конфетка. А что? Что у него там за у Макса дела? Игра вышла сегодня. Спасибо. Да не за что. Тебе помочь? Да, если можешь подсвети. Вот играть в наушниках и только ночью. Обязательно. Ведьмину ночь. Желательно ведьмин час. 3 часа где-то так. Свернулась калачиком у костра, напевая песню. Думаю, у костра обычно никто калачиком не сворачивается. Почему? Ну, какая умная блондинка. А тут бабка рядом. Ведьма, да ты ведьма! Дело угодно, лишь бы не здесь. Так. Окей. О, чё. Сайлас! Вот оно. Да это же сайласские ведьмы! Так, куда баба собралась? Ну, ё-моё. Поставь секунду, я почти всё. Так, дерзость. Ты должна подчиняться мужику. Боже, Макс, скорее! В чем дело? А вдруг там внизу кто-то есть? Серьезно? Да, может, помочь нужно. Мы вроде никого не сбили. Может и нет, но я кого-то слышала. Женщину. Думаешь, это мы? Я хочу проверить. Окей. Я... Только далеко не ходи, окей? Да, осторожно. Да. Окей, Google. Приключения обезв... Давай, удачи с машиной. Игрушка довольно-таки требовательная. Лаги. Плюс запись. Так, нам, значит, надо будет обследовать весь лес. Великолепно! Молодая, сексапильная в лесу. Ну что за бред? Ну тебя же просто либо убьют, изнасилуют. Воу! Найдена карта Таро. Кью посмотреть. Так, прогрузка. Дурак. Интересно, кто это? Коллектаблс, это мы любим. Так, окей. Как работает камера? Это что такое? Найдена улика. Плакатик. Так, афиша бродячего цирка. Похоже, когда-то давно замыли этот лес. Что это? Блин, уже страхово. Уже хочется обсыкахи. Какой-то чемодан красный. Найди на улице сундук иллюзиониста. Так, не... Какого? What? Кто разбросал? Тряпьё. Циркачи? Кто в лесу разбросал свое тряпье? Ах вы циркачи, ах вы клоуны. Так, да зачем? Почему? Ой, бля, тихо, бабка. Еще день, и мне уже страшно, подожди ночи. Сайлас, она кричит, Сайлас. Кто такой Сайлас? Кто это такой? Бабкин внук? Бабкин сын? Муженек? Так, ну, мышка прикольная.
Ну, Until Dawn. Ну, что-то очень темно. Надо будет чуть-чуть экран посветлее, но хотя по ситуации. Обосрака. Обосрака. Сейчас бабка набросится на нас. What? Ой, блядь! Ой, вон нахер. Ну его нахер, бабуха. Ну нахер, беги, беги. Где вы? Это я играю вечером, ребятки, а надо ночью. Ой, блядь! Беги, Лола, беги! Ой, блядь! А, все. Надо успевать. Когда стрелочка появляется, надо нажимать. QTE! Как же без этого? Я обосралась, Макс! Там бабка! Там что-то было. Как будто какие-то звуки со всех сторон. Зай! Нет. Мы можем просто уехать. Да, едем. Да, заело у Макса. Макс, давай, ну жги. Фух. Да, обоссака, обоссака. Уже едем, поехали. Заводи, поехали. Макс! Я же, дай мне минутаться, ладно? Прекрати. Я просто хочу свалить отсюда. Хватит уже. Черт, зай, прости, извини. Извини. Вот так вот. И звук пропал. Все сразу. Ну не, ну это патч, это нужно патчить. 16 оперативов. В чем дело, ребята? Ничего. Как это ничего? Все хорошо. О, блядь! Кто это? Твою ж мать, я думал, у меня сердце лопнет. Опустите. Кто это? Офицер. Офицер? Кто-то из вас ранен? Мы в норме. Немного испугались. Блин, обосрака. Фу. Мало того, что завис, а так еще и здесь. Габрик этот. Расскажите, что случилось? Ну... Блин! Ну, давай. Ну, что-то выскочило перед машиной, и чтобы не врезаться, мы свернули, и... Сами видите. Что-то... Выскочил? Да он маньяк! Извините, было очень темно. Хрен с ним, давай будем честной девкой. Она сбежала. Она? Вы кого-то сбили? Нет, боже, нет, конечно. Ну, то есть я так не думаю. Я не знаю. Сэр? Не глушите мотор. Сэр. Путь выбран. Согласись, это прям самый жуткий в мире ком. Не знаю, я других не видела. Никогда? А, да, я не преступник. Расскажите, какого чёрта вы делаете в такой глухомани посреди ночи? Трахаться хотели! Да ладно, шучу.
в летний лагерь Хэкетс Квори. Мы новые вожатые. Вы раньше срока? Нет, то есть, да. Ну, мы хотели приехать раньше и все осмотреть. Ну вот, но мы их предупредили. И если честно, один из нас переоценил свои навыки навигации и заблудился. Что у него с мордой? Порез? Вы игра полна тайн. Не сегодня. Почему? Отель Харбинджер. Он недалеко отсюда. Переночуйте там. А, спасибо, но думаю, мы все-таки поедем дальше. Опять же, мистер Хэкетт нас ждет, мы ему звонили. Нет, мэм, вы поедете в мотель Харбинджер. Вам все понятно? Ой, блядь, какая страшная харя. А при всем уважении, а почему нам нельзя в Хэкетс Квори? Потому что я вам сказал ехать в мотель. Так, простите, я не понимаю, в чем дело. Мэм, выйдите из машины. Что? Сэр, нет. Сэр, ничего не сделала. Мэм, если вы выйдете из машины, я покажу вам на карте, как туда поехать. Так, окей, расслабьтесь. Ну, может быть, надо... Сидите там. Может, надо расслабиться. Да нет, муж раздражен. Полицейский. Ладно. Мент раздражен. Окей. Так. Значит, мы... Что это было? Что это? What? What is it? Так, а где вы сказали Хэкетс Квори? Ну, какой-то странный. Ну? Думаю, господа из мотеля Харбинджер вам все расскажут. Завтра. Мотель Харбинджер. Держитесь дороги. Так, а если там кто-нибудь есть? Я посмотрю. Удачи. Жесть. Дело вчера было. И будет очень впереди дальше жарко. Да, это какие-то прогрузки и... Почем бы все порешало бы. Чего он там теперь сидит? Блин, интригует. Конечно, игрушка интригует. Даже честно, этот мужик был капец. Как игру можно будет переигрывать, это классно. Вот это точно. А что это у него было на шее? Это кровь? Все, ребятки, нескучные ночки. Впереди трансляции и Queen. Ладно, ну что, пора ехать дальше. Да. Пора ехать дальше. Мы отправляемся в путь к новым обзорам и приключениям. Лайки, подписки. Хэкетс Квори. Откуда знаешь? Да вот. Погнали! Welcome back!